Итак, друзья, всем привет. Сейчас распакуем посылочку с сайта AliExpress. Здесь должен быть светильник с датчиком движения и зарядкой от солнечной батареи. Пришел в таком черном пакете. Коробочка, конечно, помята. Так, что мы там имеем? Вот такой светильничек. Так, 4, 8, 16 на 20 светодиодов. Датчик движения, зарядка солнечной батареи. Так, на вид вроде целый. Продавец заявляет, что якобы водонепроницаемый, так как он рассчитан на уличную работу. Так, будем тестить, что он из себя представляет. Так, это, как я понял, кнопка включения. Светит довольно-таки ярко. Так, немного я этот светильник покрутил. Так, и значит, что здесь получается? Здесь имеется три положения. Значит, первое положение, он просто горит в полнакала. Второе положение, он горит в полнакала, но при движении он загорается целиком, полный накал идет. Через 25-30 секунд он опять выходит в горение на пол накала. Третье положение, когда включаешь, он горит нормальным светом. При движении он включается, через 25-30 секунд он просто отключается. Вот такие три положения. И что здесь характерно, когда погода ясная, он просто отключается сам по себе. То есть вот я выключаю. Вот я его включаю, вот это сейчас первое положение, он горит в полнакала. Я включаю второе положение, он горит более сильным накалом. И через 25-30 секунд он выключится на половину накала. Подождем. Как видите, он перешел в дежурный режим на пол накала. Я двинулся, он опять загорелся целиковым накалом. И третье положение. Он просто полностью гаснет через 30 секунд. Подождем 30 секунд, он должен полностью погаснуть. Стоим, не двигаемся.
раз. Вот я сейчас двинусь. Он загорелся. Значит, производитель заявляет радиус действия 3 метра на нем. И какая здесь еще есть фишка? При дневном свете ярком он просто не будет работать. То есть вот я сейчас включаю настольную лампу, и он погаснет. Все, вот я включил настольную лампу, он погас. То есть днем он не работает, как вы видите. Все, он умер. Стоит кому-нибудь стемнеть, он включается. Через 30 секунд он сейчас погаснет. Вот такая вот система. На этом уличном, в принципе, он не только уличный, но он рассчитан на везде. Видите, я отверну от солнца, он начинает срабатывать. Или не от солнца, а от лампочки Ильича. Вот такой вот светильничек. Видите, закрыл, он сработал. Закрыл, он срабатывает. Вот такой светильник мне, в принципе, нравится. Поставлю ее на вход на улицу. Сейчас уже зима скоро наступает, на улице темнота. Чтобы подойти к подъезду, вечно у нас тьма полная. И вот этот фонарь нас будет спасать. Ну, на этом все. Такой простенький, легенький обзорчик на этот светильничек. Вот так вот он работает. И четвертое положение, он просто выключается. Всем спасибо за просмотр.